Выставка – это не только демонстрация того, чем богаты регионы страны, но еще и площадка, на которой проводятся правовые часы, ведутся консультации для людей, желающих разобраться с тонкостями пенсионного законодательства, получить простые ответы на сложные вопросы. На этой площадке награждаются победители всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012 года». Вручаются сертификаты на материнский капитал. Все это уже своего рода традиция выставки. Пока работает выставка, посетители могут не только посмотреть все самое интересное, но и узнать все самое важное. К примеру, о пенсиях. В павильоне пенсионного фонда уже сегодня полным ходом идут консультации. Одни специалисты рассказывают об изменениях, связанных с материнским капиталом, и об особенностях уплаты страховых взносов по-новому. Другие готовятся к награждению победителей всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012 года». Сначала он проходил на уровне управления в городах и районах, потом на уровне отделения. Заключительный этап конкурса проходит уже в Пенсионном фонде Российской Федерации. Представлены нами претенденты, были одобрены. Дипломом сегодня будут награждаться 16 организаций. В прошлом году 13,5 миллиарда страховых взносов мы собрали. А вот именно вот эти конкурсанты, дипломы, которые сегодня получат, они заплатили в наш бюджет более 300 миллионов рублей. В этом уже традиционном конкурсе учитывалось многое. От своевременности оплаты страховых взносов и до средней зарплаты работников. Сегодня победители всероссийского конкурса поднимались на сцену за наградами. Естественно, это как имиджевая составляющая, так и престиж, и подтверждение правильности выбранной политики на предприятии. Наряду с победителями конкурса на сцену поднимали семьи, заявившиеся на материнский капитал вместе с управляющим пенсионного фонда. Сертификаты, решения о распоряжении средствами и подарки вручала министр здравоохранения Чувашии Алла Самойлова. Материнский капитал в республике оказался востребован. Более 45 тысяч заявлений на сертификат подано, свыше 23 тысяч отработано. Это более 7,5 миллиардов рублей, больше, чем бюджет Чебоксар. Перед днем рождения и свадьбой подарок получила и мама двоих детей Наталья Тимченко. Солидные средства. Это почти 409 тысяч рублей ее семья собирается направить на погашение жилищного кредита. Материнский капитал дает нам возможность использовать вот эти вот денежные средства в счет погашения кредита, взятого для покупки квартиры. Существенно, это половина стоимости от взятой суммы в банке. Узнать все о материнском капитале, проверить свой пенсионный счет, получить ответы на волнующие вопросы посетители выставки могут в павильоне пенсионного фонда. Консультации там будут идти все эти дни.